Добрый день, друзья! С вами сегодня Константин. Я сегодня открываю как бы летнюю рыбалку. Хотя у нас сегодня 18 мая. Нахожусь я в Лопатках. Это устье реки Варгузин. Сегодня хочу посидеть на сазанчика. Здесь такая заводь небольшая, будто бы. Посмотрю, кто-то уже рыбачил. Стоят палки, рогульки вон. Червей у меня, правда, нет. Вот сделал настрой такой. Макуха, жмых, подсолнечник, два крючочка, ну и кукуруза. И плавают утки. Байкал уже сегодня лед оттащила, а вчера была еще такая равнина. Ну вот, друзья мои, поставил спиннинги, колокольчики повесил. Сегодня больше, я думаю, у меня рыбалка для души будет. Потому что обычно на сазана я рыбачу с лодки. Сейчас с лодки нельзя. На реке Варгузин. А с берега я не знаю. Но я рыбачил на той стороне, правда. Попадали самые небольшие такие сомики. Сазанчики такие маленькие, но это было давно, лет 7-8 тому назад. Вот в стороне машина стоит, но рыбаков нету, хотя рогульки стоят, видимо, рыбачат. Как обычно, читаю вам стих. Сегодня новый стих. Байкал. Байкал, как белая равнина, щель небольшая, тараса. Река прошла, и воды Баргузина шумят, и чаек слышны голоса. Еще немного, может, дней с десяток, и лед рассыплется, и голубой простор раскинется. И побежит в распадок потоком снег с вершин высоких гор. И зацветет багульник, запылают жарки так жарко, руку б не обжечь. И родина от края до края вся зацветет. Об этом моя речь. Но пока что-то тихо. Поклевок нет. Ох, уток-то, что уток-то сидит там? Уток море. Вот эти волны называются ветряные свеи. Песчаные волны, ветер надувает их. Скородок. Вижу точно. Охотились немножко. Но поклевок нет, видимо, червей надо. На кукурузу не идет. Стул у меня, конечно, ледовый. А стул покупать другой. Лед не качает.
не понадобится, ребята.